Это одна из самых посещаемых площадок Видном. Ежедневно здесь собираются мальчишки и девчонки из разных районов города, а летом нагрузка на игровой комплекс возрастает в разы. Его посещают не только родители со своими детьми, но и школьные лагеря. 3 раза в неделю мы сюда приходим. Именно на эту площадку, потому что здесь много интересных всяких аттракционов для детей. Они ее очень любят, они постоянно просятся. За годы площадка значительно обветшала. Специальное напольное покрытие стерлось, а какие-то игровые элементы и лавочки требуют ремонта. Особым спросом у детей на этой детской площадке теперь пользуются вот эти вот качели. Такое экстремальное катание стало возможно благодаря этим 2 сломанным пружинам. С азартом и радостью дети посещают этот небезопасный аттракцион. А вот отсутствие карусели огорчает детвору. Их не так давно демонтировали. По словам очевидцев, игровые элементы частенько ломают подростки. А еще их разрисовывают. Надписи уже годами украшают горки и качели. Вот внешний вид очень огорчает, но все-таки детское должно быть что-то яркое, привлекающее. Горки, посмотрите, там выломали все уже. Маленькие детки туда проходят, они могут просто вывалиться, потому что взрослые все поломали. Тамара Камаева часто с внучкой здесь отдыхает. По словам женщины, площадке этой уже около 10 лет, и основательно ее никогда не ремонтировали. Площадка очень старая, все красить надо, обновлять. Давно ходите уже? Давно, мы здесь живем, рядом вот в этом доме. Сегодня главная просьба детей и взрослых, чтобы площадку отремонтировали, и на ней появились новые карусели, горки, лестницы и мостики. А еще детвора мечтает о мини-поле для игры в футбол. Качели побольше, а то здесь уже не очень удобно, потому что мы высокие. Хочется, чтобы сделали кольца, чтобы по ним можно было лазать. В администрации района знают о всех просьбах горожан. В этом году из местного бюджета будет выделено 500 тысяч рублей на ремонт. В данный момент происходит конкурсная процедура с подрядной организацией, которая будет осуществлять ремонт данной площадки. Ну, в течение, я так понимаю, пару недель это должно произойти. Сейчас проходят проверки соответствующие. И будем ремонтировать, останавливать. К середине месяца подрядная организация должна приступить к работам. Главное, чтобы результатов их труда хватило надолго. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.